тоже, видите, опять убрали. Был тоже женский туфель, и сплавленный каблук был, и это самая кроссовка была мужская, и только один носок, а все остальное сплавленное в такую массу комковую. Вот. Можете себе представить, какой здесь был пожар. Вы посмотрите, что все лупили. Все стены обшарканы. А ветеран, наверное, даже в Рейхстаге подобного не было, понимаете, во время войны. Какой был здесь жар. И вот эта вот девушка Кристина, ну, тут, которая стихи написала хорошие 22 года, здесь заживо сгорела. Здесь. А знаете почему? Потому что заблокированы были эти самые, да потом уже все пооткрывали. Они не могли вырваться, не могли выйти с этого. А где ж та комната? Да. Вот ты попали. Да? Да. 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 Пятый этаж. Походу, не знаю, где эти шнуры, потому не бесили это. Да. Вот там... Вот в комнате дальше есть, по-моему, там есть этаж вот этим шнуром. Там вот где, вы когда возле деревьев, там плакаты, то есть не возле плакаты, фотоснимки, где там это задушенное лежит, раскинутое на стену. И вот видите, убрали, вот здесь стоял туфель, вот здесь. Вот туфель стоял, и там, а там на окне, было сплавлено. Видите, все поубирали. Совсем убирает, чтобы люди не видели ничего.